Продолжая тему дорожной безопасности, накануне вечером на 85-м километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие. Volkswagen Passat при выезде со второстепенной дороги по предварительной информации не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, в результате чего водитель Volkswagen получил легкие травмы, а его пассажир был доставлен в центральную городскую больницу Кунгуры. За последние 7 месяцев на дорогах Кунгура произошло 66 ДТП с потерпевшими, 6 погибло, 97 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция Кунгура напоминает кунгурякам о внимательном поведении на дороге, тем более при выезде на федеральную трассу.